Большой день для ивановского сообщества автогонщиков настал. В нашем регионе наконец появилась профессиональная грунтовая трасса. 1 сентября состоялось ее официальное открытие. И одновременно с этим первые соревнования среди гонщиков. Ивановская область – это одна трасса, которая подходит всем стандартам и всем требованиям для проведения кольцевых гонок в виде спринта. Протяженность трассы 2 километра 700 метров. В дальнейшем мы планируем, конечно, увеличить длину трассы, чтобы для более зрелищных и более больших машин других классов. Сначала на новой трассе сразились стандартные автомобили, затем спортивные авто, усиленные специально для гонок и оборудованные каркасом безопасности. Участники, показавшие лучшее время в своем зачете, позже были награждены ценными призами. Но главное для гонщиков совсем не награды, а возрождение ивановского гоночного движения. Очень хорошо, что появилась новая трасса. Дело в том, что когда 8 лет назад в Иваново возрождался автоспорт, здесь было два гонщика, это Куренков и Козлов, покойный, к сожалению. А сейчас на гонки выезжает 15-20 экипажей только из Иваново. Когда возрождался автоспорт, здесь, в общем, ничего не было. Сейчас появилась трасса, но она, конечно, не раллийная, она спринтовая, но для ралли она тоже применима, как суперспешл. И самое главное, что людям есть будет где тренироваться. И действительно, каким бы затратным ни был этот вид спорта, желающих принять участие в гонках в последнее время все больше. А значит, гоночное движение в Иванове развивается. И, возможно, это не последняя гоночная трасса, созданная в нашем регионе. Наталья Романова, Артем Алиев, РТВ Иваново.